Самолет упал, сейчас едем. И у меня что-то это... Камера отключилась, и видео прервалось. Поэтому будет две части. Это вторая. Сейчас едем в аэропорт. Не едем, а плывем. Потом будем взлетать, когда я буду в аэропорту. Сейчас будем взлетать. Начинаем взлет. Давай, самолет, не подведи, пожалуйста. Полетим. Вот это билотаж. Направляемся во второй город, где нет аэропорта. Ну, ничего страшного. А нет, есть. Кто-то аэропорт создал. Ай-яй-яй, не туда приземляемся. Самолет повело. Ну все. Это, хотя... Фух, есть возможность, что я приземлюсь хорошо. Хотя нет, не получилось. Все, ГГ. Фух. Так я прилетел, отлично. Сейчас будем взлетать в другой город. Самолет ставим, опускаем, садимся и взлетаем. Да куда, кого? Почему самолет повернул? Все, взлетаем. Самолет опять так же не повело. Я чуть за границы сервака не вылетел. Летим. Короче, летим. Сейчас аккуратненько приземлимся в аэропорт. Давай. В аэропорт садись. Не, на песок посажусь. Потому что, ну... Хотя, давайте... Ай. На песок. Тоже говорю на песок. Ну, вообще, как-то самолет хорошо приземлился. На этом все. Это было... я хотел вам показать этот сервак, типа, и хотел просто показать, как я умею левитировать.